Ребят, всем привет. Я только что проснулась, как вы видите. Да. Моя прическа просто классная. Я на лицах у нас сейчас 10-18. Я только проснулась. Что у меня с голосом? Не могу понять. Охрипший. У меня всегда утром охрипший. Так что... Вот. Сегодня у нас будет польский язык. Еще будет. Итак, я уже покушала, простите, что вам не показала. Вот, сейчас я кушала конфетки. Это не очевидно. Вот. Мне уже через несколько минут собираться в школу. Ну, просто одеваться там, все такое, складывать портфель. Вот. Итак, я оделась вот так вот, как вчера, только блузочку поменяла. Такую же делала, только синего цвета. Вот. Такие дела. Сейчас мы пойдем в школу с мамой. Она Рому забирать, а я в школу. Такие дела. Так, я сейчас пришла в школу. У меня даже голова вообще сколько видео. Итак, у нас первый урок закончился. Сейчас у нас второй. У нас атлас еще был, поэтому я не снимала. Наш шумный класс, ничего не слышно. Итак, мы сейчас одни в школе, но еще четвертый класс. Я думаю, почему никто не выходит из кабинетов? Потому что мы одни, и Б класс в школе. Ну, и Б, и А класс. Блин, мне прям... Надо расчесаться. Я красная, и поэтому я сейчас... У меня день маленький сегодня. Расчешусь и, наверное, запишу. Сейчас мы посмотрим, кто пришел на урок польского. Лучше первый раз. Ну, тихо! Сокол Александра. Да. Александр! Привет, Александра! Ты знал? Со своими вопросами. Видишь, там играет музыка. Да. Вот, снимай. Вот у меня пауза. Саша, тебе есть интернет сейчас? Мама, я тупая. Мама, я тупая. Она убежала и перестала блог смотреть. В общем, отписывайтесь на ее карту. Ксюшинова, да, давай. Дай мне камеру. Нет. Сейчас зашла в подъезд, стою, жду лифт. Подхожу к дому. В квартире. Ребят, все, я буду заканчивать влог. Я сейчас кушаю. Роллтон. Поэтому я буду заканчивать, потому что уже вечер. Я как пришла со школы, сразу села за уроки и даже не кушала. Поэтому все. Всем пока-пока.